Кадры, которые мы получили с Донбасса, линию соприкосновения сторон сегодня осматривает замглавы миссии Организации безопасности и сотрудничества в Европе на Украине Александр Хулк. Он уже посетил населенный пункт Зайцево, это под Горловкой. Сообщалось, что ночью поселок был обстрелян со стороны украинских силовиков. Жительница Зайцева об этом рассказала Хулку очень эмоционально. Вот я на кровати лежу, хлопок, хлоп, все, взлетело. Или вот тут, вот вчера 6 штук на огород упало. Какого вот у черта они поприехали? Они сейчас уедут, а нас побить начнут. Чего вы приехали сюда? Чтоб нас сфотографировать, как нас бьют. И вы за это получите деньги. Не надо мне, сколько мне можно терпеть это все? Сколько, скажите? Ответьте. What is your name? Так, вы хорошо понимаете по-русски. Не притворяйтесь, для чего вы 2 года тут ездите?